Вот он, памятник. Знаешь, иду по парку и смотрю на людей. Ну, на тех редких людей, которые проносятся по этому парку. Люди куда-то бегут, куда-то торопятся. Нахлобучили на себя шапки, шарфы и бегут. Григорий Иванович Котовский. С детства, кстати, не любила этот памятник, не знаю, не прикольно он какой-то, неестественный, очень неестественный. Сравнивать, если с другими, то он какой-то очень. Но был другой постамент. Вот, например, человек, который куда-то бежит. Бежит, бежит. Качели, карусели. Идем смотреть.